А теперь ударь меня. Слишком сильно. Тебе же лучше. Теперь беги. И так успею. Эй! Завидую я тебе. Свобода. Так пошли вместе. Стойте! Куда вы, безумцы? За ним по следам вы хотите в дом чародейки опасно идти. Но она превратит вас всех или в свиней, или в шершавых волков, или в лесных густогривых львов, чтобы ее стерегли вы жилище. Гомер, Одиссея. Сигнал по каналу. Сирен 11. Место есть. 11605. Уточните координаты. Дешифровка, код места есть 11605. Есть. Место есть 11605. Координаты уточняем. Красная линия. Допуск нулевой. Сообщить второму. Доложить немедленно. Долой. Координаты давай. Есть координаты. Аргус, сигнал красной линии. По каналу Сирен 11 посылаю код и координаты. Вас понял. Муравьев. Товарищ генерал-майор, сигнал красной линии. 3 часа ночи. Красная линия. Доложить немедленно. Да понял, понял. Сейчас буду.
у нас есть тот, кто не возьмет миллион? Раньше были. 3 года назад Северокавказское управление разрабатывало охранное агентство «Панцирь». Точнее, крупную, хорошо организованную преступную группировку. Убийство, вымогательство, торговля оружием, слежка, шантаж госчиновников. Фирмой руководил известный авторитет Муса Махмаев и его брат Аслан. Специальное подразделение «Лев» производило захват их штаб-квартиры в Нальчике. Было задержано более 30 человек. Изъяты деньги, документы, войсковое оружие, много пленок с записью частных переговоров. И еще. В тайнике у Махмаева был обнаружен контейнер Z-900 для хранения радиоактивных материалов. Новая модификация. Мой предшественник знал об этом? Ну, в общем-то, знал. Что в контейнере, неизвестно. Его никто не открывал. Контейнер нигде не зарегистрирован. Отправим Филина. Он в отставке уже 3 года. У него контузия. Махмаев сразу предложил взятку командиру спецназа. $100 000. За свободу? За то, чтобы они потеряли контейнер. Это было в рапорте командира. Тогда Махмаев не дал показаний. Потом получил 10 лет. А контейнер исчез прямо в особняке. Через 2 часа после захвата. Отправим Филина. Он откажется. Мы его комиссовали и чуть не посадили. Подразделение «Лев» было расформировано. Дело замяли. Да. Пропажа радиоактивных материалов — политический скандал. Никто не хотел огласки. Мы 3 года искали этот Z-900. Пока сегодня ночью не заработал маяк. Вот он, Z-900. Все контейнеры этой серии снабжены радиомаяками. Маяк срабатывает при несанкционированной попытке вскрытия. Его пытались открыть. Я думаю, это случайность. Открывать контейнер слишком опасно. Скорее могли ударить, задеть. Теперь мы знаем город, улицу, дом и даже комнату. Людям, которые туда поедут, взятку будут давать не 100 000, а миллион. У нас есть тот, кто не возьмет миллион? Были когда-то. Через 25 минут здание было взято под наблюдение. Как сохраните секретность? О контейнере знали только командир подразделения «Лев» и 3 его бойцов. А Махмаев? Убит неделю назад на зоне при попытке к бегству. На свободе его брат, но мы его ищем. Значит так. Через 3 дня хозяин летит в Вашингтон на переговоры о контроле над ядерным оружием. Если мир узнает о вашем контейнере, наш президент будет иметь бледный вид, не говоря уже о нас с вами. Лучше потерять контейнер, чем допустить утечку информации. Вам понятно? Он откажется. Мы его уволили и чуть не посадили. Побежит с радостью. Кто он теперь? Кому он нужен? Прозябает где-нибудь? Копейки считает? Красная. Командор, мы же на полчаса зашли. Еще разок. 4-й час. Делайте уже. Делайте, пожалуйста, ставки. Еще 2 раза я сказал. Что, прикомандор? Сколько он слил? 70 штук уже. Блин. Кто ныл, зайдем. Командир, хоть раз сыграем. Красная. Все. Сказал все, значит все. Уходим. Спасибо, до свидания. Видела, сколько он проиграл? Что-то мне плохо. Что? Началось, повели. Руки. Нет, ничего хуже.
незаконченных дел. Ты как, командор? Что-то я не очень. Пашка трещит. Ну все, дождались. Ну зачем, а? Не за то отец сына бил. Я знаю, за что отец сына бил. Делайте, пожалуйста, ставки. Ни хрена не вижу. Я буду говорить, а вы ставьте. Я тут еще не выиграл. Ни хрена не помню. Сколько я проиграл? Ну? Командор, я... Все. Все? Я все ставил, как ты говорил. А я говорил? Ну, тебя же заклинил, ты и нес все подряд. Ну, меня заклинило. А вы чего оба? А мы приказы не обсуждаем. Ну, ты орешь, там 33-й, 33-й. 33-й? Потом зовешь его как маму родную, потом семерка пошла. Семерка? Ну? Черный, черный кричишь. Потом сотку стал звать. А куда мне ставить? Там нет сотки. Ну, я на зеро. Ну, правильно. И ты ставил? Ну, а ты что мне велел? 33-й это борт, который мы ждали. Который упал. А черный это Юрка черный, да? Сотка тоже. И ты на все это ставил? Сколько я проиграл? Ты говорил, а я ставил. Все отыграл. 25 сверху. Ну, значит, я правильно говорил. Ну что, голова прошла? Да. К нам гости. Накануне подписания договора о всемирном контроле за распространением ядерных вооружений в некоторых средствах массовой информации на Западе снова муссируются слухи об утечке радиоактивных материалов из бывшего СССР. Предстоящий визит президента России в Вашингтон оценивается мировой общественностью не только как повторный этап в отношениях двух крупнейших держав. Смотрите. Первый шаг в организации нового мирового порядка. Да, нас трудно чем-либо удивить, Филин. Но тебе это удалось. Прошу. Покупаем связующий пакет какого-нибудь перспективного предприятия, входим в совет директоров, а потом блокируем все их решения. Короче, не даем работать. Когда ты всему этому научился? Так ведь я способный, Емельянович. И что потом? Ну, а потом, когда они взвоют и встанут на колени, мы не звери. Мы продаем им весь наш пакет целиком. Угу. Втридорога? Ну, это как получится. Грязный, однако, бизнес. Да, Филин? Вполне по законам вашего собачьего мира. Так что оставьте меня в покое, я никуда не поеду. Мы заново откроем дело.
и отдадим вас под суд. Да пошли вы, господа генералы. Ну-ну. Мы выйдем на пару слов. А других нельзя послать? Нет. Малейшая утечка информации, международный скандал. Этот контейнер видели только вы. Да я и раньше такие видел. Такое нет. Даже директор не знает, что в нем. А что в нем? Бомба. Портативная ядерная бомба. 1050 может уложить без проблем. Какие козлы ее потеряли? Мы с тобой. Ты что, забыл? А еще раньше, до нас. Мы не знаем, кто. Но это еще не все. Сигнал со спутника сообщил не только координаты. Бомба приведена в боевое положение. Возможно, случайно. Взрыв через 80 часов, то есть во вторник. В 14:00 ровно. Кто, кроме тебя, еще видел контейнер? Только офицеры. Кит, лягушонок, еж. Ежик, лягушонок, кит. Кто из них предал? Да ты что, Емельянович? Они мне как братья. Я пули себе пущу, если кто-нибудь из них. Знакомься. Симонов Олег Николаевич. Директор фирмы «Сим-Сим». Это из его офиса. Сработал радиомаяк. А вот этого братика ты узнаешь? Сегодня утром его сняли, когда он выходил из офиса «Сим-Сим». Нет, ты здесь еще не выиграл, командор. Нет ничего хуже незаконченных дел. Ты ведь так говоришь, да? 80 часов. Ребят, я же сказал, нет у меня оружия. Не бросай. Дай сюда. Это зачем? Да так, талисман. Счастье твое в моих руках. Слушай, Аслан, я только самолеты, даже не завтракал. Мы тебя накормим. Спасибо. Что просил передать Олег? Скажи, он так и будет шпалер держать? Ну, так и будет. Олег просил передать соболезнования. Извинился, что не был на похоронах, позвонить и приехать тоже не может. Что так? А у нас шухер небольшой, товары засветили. Разбираемся, что как. Может, случайность, но ФСБ пока на хвосте. Ай-яй-яй-яй-яй. Олег просил передать, что доля брата теперь твоя. Какой он добрый. Но глупый. Братьев надо убивать в один день. А то младший еще успеет укусить. Не понял. Я все знаю. Я знаю, зачем ты приехал. И товар засветил. Мой человек. Хорошо, я вернусь и передам Олегу. Вернутся только твои уши. Ты понял? Как тебя зовут? Лягушонок. Что ж ты счастье мое упустил? Стой! Не надо! Ну что? Младший брат, говори, кто товар осветил. Скорую вызову, выживешь? Нет ничего хуже незаконченных дел. Осторожно. А я знала, что никуда не упаду. Знала, что вы меня поймаете. Это моя работа.
А вы хорошо выполняете свою работу. Лучше не можем, хуже не умеем. Извините. Гоша, ко мне. Давай, лови. Кажется, тот демонический господин хочет меня украсть. Скорее меня. Это мой друг. Разрешите, ненадолго. Ненадолго. Спасибо. Только 3 минуты, а то хозяйка ругаться будет. А муж не мешает? Да он меня и нанял. Педик из шоу-бизнеса. А я думал, что ты ко мне работать не пошел. Так у тебя работать надо. Слушай, командор, я могу отказаться? Конечно, ты не обязан. Но ты же едешь. Ну хорошо. Как это будет выглядеть? Пойдем и возьмем. Шучу. ОМОН войдет. А я только возьму железку и привезу сюда. И чтобы незаметно было. Но если так, ты бы меня не звал. Одному скучно ехать. А потом ты мне один остался. Ёжика брать не хочу, алкаш. Он 2 месяца не пьет. Не верится что-то. А лягушонок? А я вот как раз к нему и еду, чтобы повидаться. В каком смысле? Командор, я не могу. Не хочу работу терять. Ну, такую работу не стоит терять. Я кроме этого ничего не умею. Ко мне, быстро! Я кому сказала? Ты почему меня не слушаешь? Чего этого? Командор? Ну? Как ты тут обитаешь, Ёж? А чё это тебя? Палёным пахнет. Да и так, ерунда. Сейчас, стул принесу. Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом. Это да. С мебелью у меня туго. Почти всё жене отдал. Зато квартира осталась. Ну, а сын у тебя как? Сын у тебя болел? Не понадобилась операция. То есть все в порядке? Более-менее. Лучше гораздо. Чай, кофе. А водочкой командира не угостишь? Нету. Вот тебе на. Ей-богу. Чистый, трезвый, руки не дрожат. Да нет. Просто выпить хочется. Клянусь, командор, ни капли. А я вижу, ежик. Все нормально. Все в порядке. Все в порядке.
как раньше. Как тогда. Чай. Да у тебя и чая-то, наверное, нету. Да он нормальный был. В ресторан со мной не пошел. 3 минуты осталось. Как знал, не надо было его брать. Пожалуйста. Ребят, что ну не могу я вас всех ну в одну купе. Очаровательная девушка. Ну поедем, ну, пожалуйста. Ну поймите. Ну что делаем-то? Без него поедем? Осталось 58 часов. Что? Нет, не можем без него ехать, пока не узнаем, что с ним. Может, просто опаздывает? Следующий поезд через час. И главное, не потеряй деньги. Ну подожди, ну подожди, ну послушай. Если Антон не отдаст тебе за 25, тут же заканчивай с ним все свои дела. Больше, чем за 27, ни у кого ничего не бери. Больше ничего не хочешь сказать? Ну, Дина, ну, люблю я тебя, люблю, ну... Пустые у тебя глаза. Да. Да, потому что ни пожрать, ни поспать я не успеваю. Бабок нету, товара нету. Чего тебе надо? Девушка, какие мне еще тебе глаза сделать? Отправляется поезд. Дин, ну чего ты? Ваш груз? Куда его? Да брось его на рельсы. Он сказал, ты платить будешь. Ха, скотина. Почем у тебя койко-место? Двойной тариф. Он вся тележка обоссал. Ты понимаешь, что сделал, гад? Дол... Понимаешь, нет? Дал подлюги двойной зарыв, чтобы домчался ветерком. Порядок. Он взял билет. Бусурман. А теперь бери этот кусок дерьма и вези его домой отсюда. Командор, я назад не успею. Да я сам доеду, в ажуре. Пусть делает, что хочет. Черт с ним. Ёж, а где оружие? Оружие где? В сумке? Шумишь? Больная, что ли? Поехали. Командор, порядок. Успел курятину прикупить. Ты ежика нормально отправил? Нормально. Загрузил в такси. Ежик, конечно, расстроился. Рукой еще помахал. Грустно так. А ты ему? Что? Помахал? Не успел. Помаши. Успеешь еще. Я за машиной. Давай. Вам плохо? Ой, как нехорошо. Мадам, подайте на похмел бывшему майору КГБ. Стой, кот. Стой спокойно. Командор. Да мы навели справки. Валютные спекуляции. Организация незаконных азартных игр. А как еще студентам заработать? А в Москве на что живешь? Проститутка? Как вы смеете? Сядь! Ася, полегче. Что он несет?
козел. Что? Эй, Вася. Успокойся. Откуда у вас в сумочке 7000 долларов при вашей студенческой бедности? Это для бизнеса. Ребята собрали. Дина, поймите, это дело политическое. У вас на глазах убивают 4 офицеров флота, а вы ничего не помните. Темно было. Ну тому, кто стрелял, ты должна вспомнить, ну именно этот момент! Глаза. У него глаза. Страшные. Веселые. Да не примета это! Что это за страшные глаза, бестолочь? Видишь мое лицо? Вот опиши его, какое оно, как оно выглядит, как? Урод. Садист. Сволочь, а как я тебя писал? Похож? Ты слышал, Грушев? Да я-то урод, психичка! Вася, успокойся, неприятности да, будут. Да не тронай ее! Я ночью не спала, меня чуть не убили, а этот гад меня проституткой. Эй, Вася, Вася. Ты... Я спать Вася! Хочу! Вася! Я есть бестолочь! Хочу! Учти, бестолочь! Да успокойся. Я тебя привлеку за нападение, ты поняла? Ты поняла, я сказал! Угу. Грошев, ты свидетель! Все, дура. О как. Вспомнила. У него на руке наколка. Чего-чего? Голова какого-то зверя. Вот. Никто не может даже предположить мотив убийства пассажиров поезда. Хотя все говорит о заказном характере преступления. И часто такое в вашей криминальной столице? Не чаще, чем в вашей. Что же вы так москвичей не любите, а? От вас все беды. Добро пожаловать в город-герой Санкт-Петербург. Спасибо. Светлана, все еще будет хорошо. Вы не грустите. Да я их помню. Морячки просились в одно купе. А это ничего не значит. Ну, конечно, тот же поезд, тот же вагон. Про купе еще надо узнать. Что ты хочешь сказать? Не самое хорошее начало. Ну да, я помню. Нет ничего хуже незаконченных дел. Сволочь, а? Между прочим, он нам жизнь спас. Ёжик умница. Угу. Вот и отправишь эту умницу сегодня же вечером домой. Только по-настоящему. А мы? Что мы? Мы сделаем, что должны. Не, я подозреваемый, представляешь? Ну ты что, обалдел? Не я же их убила. Какой-то урод. Гриш, мне так плохо. Можно я поплачу 10 минут? Я менту одному врезала. Да на месте твои баксы. Только я не буду этим заниматься. Вроде еще в рейсе, и я спать буду целый день. Нет, в тулупе и в валенках. Кретин. Министр внутренних дел заявил, что обнаруженный в Париже уран не может являться сырьем для производства ядерного оружия. Однако целый ряд известных изданий подвергли сомнению высказывания министра, ссылаясь на анонимные источники. Сведения, опубликованные в Гарольд Трибюн, о том, что ядерное оружие могло оказаться в руках террористов. Подобные безответственные заявления на руку экстремистским силам, стремящимся посеять панику в цивилизованном мире. Пора понять, что страх и недоверие не менее опасны, чем сама ядерная угроза. Террористы хотят, чтобы мы потеряли покой в наших домах, пугая собственной тени. И в данной ситуации недопустимо, чтобы пресса и телевидение приходились. Тихо. Я не видела.
Нет. Нет. Ты в воспоминания ударилась. Нет. На колку вспомнила. Упадет, мы тебя придушим. Ой. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Боб, дадим ей еще один шанс. Ну, если будет умненькой. Буду. 7 штук баксов где? Сейчас отдам. Ну, отдавай! Где остальные? Остальные вон там, в нижнем ящике. Прости. Вон внутри. Видал? Подумаешь, третий этаж. Вот все лица, побывавшие в офисе фирмы «Сим-Сим» за последние 2 суток. Личности установлены. Через 25 минут после сигнала здание было взято под наблюдение. Никаких крупных предметов из здания не выносили. Сумку, чемодан, коробку 25 килограмм. Ничего не выносили. Ну ладно, операцию начнем сразу, как только Симонов прибудет в офис. По нашим данным, это произойдет ровно в 10:00. Почему так поздно? Ну, это уже от нас не зависит. Ну ладно, в 10 и к 10. При первой же попытке вынести из помещения крупный предмет, сумку, чемодан, блокировать немедленно, предмет не осматривать, это сделаем мы сами. Мы проинструктированы. Операцию будем проводить под вывеской МВД. СОБР войдет, блокирует охрану, потом всех в отдельное помещение и полная изоляция. После этого помещение в здании обыскиваем мы сами. Только мы. Вас же только трое. Двое. Третий он... Он заболел. А что, есть какие-то проблемы? Нет, проблем нет. Хорошо обеспечен. У нас есть информатор среди обслуживающего персонала. Нам известно, что в кабинете у Симонова устроен тайник. Ну и отлично. Как только мы найдем то, что ищем, вместе с вашей охраной сразу в аэропорт. А если не найдете? Ну, не найдете то, что ищете. Мы работаем в порядке оперативной проверки. Постановления на обыск у нас нет. Олег Николаевич, он... Симонов? Да, Симонов. Известный в городе человек, кандидат в депутаты. А скоро выбор. У нас могут быть неприятности. А у нас у всех уже давно неприятности. 10 лет. Алло, парень! Эй, пацан! Чудик, наверх посмотри! Вы мне? Так а ну еще, один классный парень на всю улицу. Слушай, будь другом, сгоняй за парой пузырей. Постой, дурачок, не бойся. Вон она. Глянь, кто я такой? Ух ты. У тебя схорониться есть где? У Шурика на английской. Он, конечно, зануда. Раньше голубей разводил. Люди сейчас измельчали. Вон, видишь, что со мной сделали? Боевые друзья, товарищи. Хорошо заначку в трусах нашел. За что? За правду. Не каждый, знаешь, любит, когда ему правду. Ежик, отвезите меня в Москву. Скажите, как меня здесь убивают, как милиция им помогает. Тебе повезло, Данька. Вы считаете?
Ты встретил нашу команду, а мы знаешь кто? Кто? Последние львы империи. Ты понял, парень? Наш командор говорит, идущие на смерть ради чести должны чувствовать себя львами. Мы львы. Ёжик. Ты меня спасешь? Меня все хотят убить. И даже если у них не получится, Гришка точно мне припьет из-за денег, понимаешь? Мы своих не бросаем. Сейчас повернем налево и остановимся. Разделимся. Посмотри номера. Здравствуйте, Света. Здравствуйте. Кит? Кит. Слава меня зовут. Вот. Не страшно вам в нашем городе? Пока нет. А вы вечером свободны? Скучно в командировке? У вас не соскучишься. Не знаю еще, что у меня сегодня вечером. Ну, значит, точно свободны. Вы все-таки слишком стремительный, Слава. А каким еще быть в вашем страшном городе? Скажи честно, вы в КГБ людей сильно пытали? 3 раза в день. Постоянно. Бывало, придешь в камеру ночью. Они проверили, номера поддельные. Странно. Мне после поезда ничего не странно. Диссидент, сволочь очкастый вроде тебя. Зажмешь ему яйца в тиски и крутишь до упора. Я тебе больше скажу. Никаких летающих тарелок нет. Это мы летаем. Командор и я. Я звеневой. Здрасте. Здрасте. Вы из какого номера? Из какого я номера? Это Данька, мировой парень. Как вы сюда попали? Он горничный сказал, что я умираю. Документы есть? Имя есть? Он сирота. Ну вот что, сирота, давай-ка дуй к себе в номер, чтобы я тебя больше не видел. Давай, давай, иди. Я, между прочим, девушка. Я леди. Он девушка, командор. Он может сблевать. Красавчик. Что за дурдом? Данька, держись. Держу. Давай, давай, давай. Ой. Да посмотри, что творит этот гнус. Притон, понимаешь, устроил. Ох, руки чешутся. А вы подумали, что человеку в туалет надо? Сделай так, чтобы я его не видел. Командор, все нормально. Сейчас отправим его на родину. Все, ежик, пора. Труба зовет. Поезд через 40 минут. Китенок, где Данька? Позови. Сейчас побегу. А хочешь, побежишь. Командор, он отдал этому мой спортивный костюм. И кроссовки мои не налезали. А с вами мне вернуться нельзя? Командор не хочет. Извини, я же сам виноват. Да, выходит, сила моя могучая родине уже не нужна.
Что мусоришь здесь, козел? Что ты сказал? Стоп! Ребят, он больше не будет. Алло. Ясный хрен не будет. Он больше не будет. Ты что сказал? Все, Ёж, все, все, все. Сейчас мы его получим. Все, все, Ёж, все, пойдем. Ой, чё ребята пристали, хулиганьё? Сейчас милицию позову. Ну чё, баклан, базар сейчас будет. Но... Ребят, ну зачем? Учи, запомни. Ну ты чего? Ребят, ну в чём дело? Ну нет у нас денег-то, а? А что есть-то? Да что ж ты... Все, все, я иду. Сейчас, секунду, я спускаюсь. Ну? Хату не спали, из балкона не прыгай. Третий этаж все-таки. Ну, я уже освоила. Шурик, может, останешься? Дин, ну не могу. Ну не могу, ну пойми. Наташка родит ведь не сегодня, а завтра. Если она про тебя узнает, все, труба. Ну вспомни, что наступительных было. Шурик, я боюсь. Ну, я заскочу. Позже заскочу обязательно. Ну смотри, в холодильнике вон еда. Вон в шкафу вещи мои посмотри. Послушай, ну, про бабушкину комнату никто не знает. Я здесь редко бываю. Соседи на даче. Дядя Коля вообще выехал. Все. Держи. Счастливо. Шурик, может, останешься? Все, все, все. Пока. Шурик, 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 ты? Я. Здесь дадут приют одинокому страннику. Как ты меня нашел? Ты же сам говорил. Заляжешь у кореша, у Шурика, на английской. Он голубей гонял. Ну что? Как чего? На всю набережную одна старая голубятня. Спросить у пацанов, и ты вычислен, Денька. Ты же пьяный. Я всегда пьяный. Я и фамилию твою знаю. Назвать? Тебе в милицию сказали? Нет. Ну, назови. Шишкин. Что? Не Шишкин. Пошутил я. Нахрена мне твоя фамилия? Шишкин, да? Данька, да? А тебе в голову не приходило, что я... Что я женщина и не уродина, не веришь? Вот! Убедился? Погоди. Это не мое. Так товарища твоего. А, он специально для тебя приготовил, да? Жлоб он твой, голубятник, я же ради тебя пришел. Да делай, что хочешь, плевать. Дань, 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 а ну-ка перестань. Даня, так, все спокойно. Сейчас мы с тобой сядем. Я всех мужиков ненавижу. Зачем обобщать? Мы сейчас обсудим план твоего спасения. А раз меня никто за женщину не считает, пусть тогда убивает нафиг. Погоди, мы тебя элементарно спасем. Вот давай пиши. Вот здесь в уголочке. Полковнику ФСБ. Руянову ГБ. Это у него инициалы такие, ГБ. Из патриотических побуждений готово оказывать правозащитным органам всемерное и добровольное содействие. Чего? Че вылупилось, это я тебе вербую. Ну а как же, ну, тогда мы имеем право взять тебя под защиту. Ага, а если я просто человек, не можете, да? Ты чё, дурак, я не буду. Сама дура, я ж тебе помогаю. Я стукачкой не буду. Ну-ка иди отсюда. Ну-ка иди отсюда. Сидишь тут, чужую водку жрёшь. Давай! Я могу вообще не пить. Ты? Не можешь. Ты же алкаш. Алканавт. Да тебя даже женщины уже интересуют. Посмотри, какой...
Вот только за молодость тебя прощаю. Вот только за молодость. Палач! КГБшник! Я, между прочим, все прессе расскажу, как вы людей пытали. Понял? Дура! Пигалица! Кому ты нужна, кроме нас? Кроме меня? Пигалица! Ух ты! Спокойно. Нас не такому учат. А это как это ты? Знаешь, почему у меня зубы такие? Я зубами пули ловлю. Правда, не всегда получается. Неправда. Ты все врешь, ты дурак, а я тебе поверила. Ты женщина. Чудная. Красивая. Темпераментная. Не надо, я Шишкин. Ты прелесть. Правда, женщина. А я, знаешь, после жены ни к одной женщине не прикасался. Дина Аркадьевна Синицкая, 1981 года рождения, проживающая в Санкт-Петербурге, разыскивается по подозрению в соучастии в убийстве. Я сейчас задам один вопрос. А ты отвечай, только быстро, не задумывайся. Какой по счету приезжий оказался в моей постели? Это хотел спросить. Чепуха. Я знаю, что я первый. Первый? Первый, кто об этом не спрашивает. Хочешь уехать со мной завтра? Я только что из отпуска. Не в отпуск. Вообще уехать. Совсем? Не получилось оригинального вопроса. Совсем уехать. Навсегда. Со мной. Поезд в 3 часа дня. Я не могу. Почему? Это не серьезно. Но я не могу. Я привыкла все планировать. В следующий раз, когда ты приедешь... Помнишь тех морячков, которых в поезде застрелили? Они, наверное, тоже планировали. На завтра, на послезавтра. На следующий раз. А почему в 3? Есть поезд раньше. В 2? Прошу в сторону. Это оперативная проверка. Мы получили сигнал, что в этом здании перестрелка. Да мы даже шампанское не открывали. Господа, предъявите документы. Ради бога. Симонов Олег Николаевич. Генеральный директор концерна «Симсим». Альфред Глебов. Кипр, фирма «Ариадна». Прошу вас. А у меня нет документов. Госпожа Ахметова, мой референт. Депутат городской думы Чижов. Я немедленно звоню прокурору. Разрешите. Не надо никого беспокоить.
Встать! Руки за голову! Пошел вперед! Ну там же стена! Давай, давай! Ты чего? Лежать! Я правильно все сделал? Пошел! Ну хорошо. Я устрою вам такой скандал с телевидением и прессой. Между прочим, господин Глебов в четверг будет на приеме у президента. Очень приятно. В составе делегации инвесторов, участников сборов. Прошу прощения. Что такое? Убери всех, кроме Симонова. Господа. Что это? Не знаю. Нашли. Командор, радиационный фон в норме. Все сейфы и закрытые помещения проверили. Везде пусто. Чертовщина какая-то. Но мы закончили, нет? Из прокуратуры уже 5 раз звонили. Что делать будем? Мы здесь уже 4-й час. Да ладно, ладно, уходим. Привет, командор! Подожди. Так, ну все, уходим. О, Кит, какая встреча. А я твой привет получил. Отдам при случае. Командор, а ты прославился. Хотелось бы услышать. В чем обвиняют Олега Симонова? Уберите же. Пожалуйста, представьтесь. Ждите хоть что-нибудь. Связи вашей поездки президента. Это катастрофа. Уже прошел сюжет в теленовостях. Ничего страшного. Милиция проводила проверку. Хуже то, что ничего не нашли. Президент завтра летит в Вашингтон. Мы все провалили. Нужно поговорить с Симоновым. Нажмем на него. Разрешите, я сегодня же вылечу в Ленинград. Тогда зачем отзывать Филина? Теперь он может помешать. Как? Вы просили найти для него мотивировку. Я нашел. Он спасает человечество от катастрофы. Если его там оставить, он не остановится. То есть? Я же вам говорил. Филин человек неадекватный. Неадекватный не заработал бы миллионов. Мы же в России. Может быть, поэтому и заработал. Осталось 22 часа. Меньше суток. Дай мне время. Филин, тебя никто не винит. Надо вернуться, чтобы не подставить фирму. Делом займутся другие. Командор, мы сделали все, что могли. Ни черта мы не сделали. 22 часа. При чем здесь часы? А у меня тут часы. Тикают, время считают. Ну, если там, наверху, всем по барабану, почему у тебя должно тикать? Да потому что у кого-то должно. Братья мои, как успехи? Ну при чем здесь он? Об успехах больше не спрашиваю. Да молчи ты пока цел. Никуда я не поеду. Лягушонок, дурачок, счастье свое потерял. Не поеду. Ты спятил, командор? Я в полном сознании. Слушай, ты богатый мужик. Везучий по жизни, богом поцелованный. Что тебе еще нужно? Я не люблю незаконченных дел. Они меня раздражают, ты знаешь. Да я знаю, хорошо. Тебя уже не вылечить. Но должна же быть какая-то цель. Цель? Цель. Ну ты даже не знаешь, что ты ищешь. Для кого? Против кого? Офицер не спрашивает, он идет и умирает, когда ему приказывают. Зачем умирать за страну, которая на нас всех наплевать? Тогда почему ты здесь? В отличие от тебя, я знаю, почему я здесь. За кого? Против кого? За тебя. И за него. За лучшее, что было в моей жизни. Поэтому ты нас и предал. Ну что, никто не выходил? Нет, они еще в номере.
Что ты несешь? Что ты несешь? Перестань, Кит. Знаешь, как я тебя вычислил? Если не я и не командор, то только ты, китенок. Гениально. Да брось ты, пьяный бред. Кит, тебе лучше открыться. Пусть он знает. Может, тогда правда уедет. Командор, мы обязаны жизнью нашему боевому товарищу. Перед отъездом он заявился ко мне с пузырем, подсыпал какую-то дрянь. Мы опоздали на поезд. И вместо нас грохнули тех морячков. Да. Все это время вы живы только потому, что я прикрывал вас. Я обещал им, что мы сами уедем. Так, Горь, слушай меня чутко. Если через 20 минут не выйдут, ну, сами войдете и сговорите всех. Что, прямо в номере? Но ты же меня понял. Всех на месте. Ты его здорово рассердил. А зачем нас хотели убить в поезде? Это бессмысленно. Симонов психанул, он вас боится. О! Если через 10 минут мы не выйдем отсюда с вещами и не сядем в трехчасовой поезд, вас убьют. Ты скажи им, что мы не такие страшные. Я говорил. Какого черта? Уезжаем. Анальгин прими. Знаешь, что мне в тебе всегда нравилось, Кит? Холодная голова. Сказать честно, у меня не было партнера лучше. Спасибо на добром слове. А это недоброе. Последнее. Прошла голова. Ты-то что, не уехал? Да. Сейчас. Парень, который меня бил вчера, в скверике, дал вот это. Среда, 11:00, Казанский собор. Если хочешь получить то, зачем приехал. Этого они и боялись. Время вышло. Может, подождем? Пошли. Ну что, будем? Работаем.
Ты помнишь? А посиди. Ну да. Там же. А это была хорошенькая. Ага. Познакомься. Заказывали? На вокзал. Уехали. Доброе утро. Да, я думала, это сон. У меня тоже был сон. Мне 8 лет. Я с отцом на Красной площади первый раз. Мы запустили первый спутник Земли. Я смотрю в небо, ищу спутник. Я живу в самой лучшей стране в мире. Я проснулся счастливый. Думал, это правда. Вас зовут командором, это из Пушкина, что ли? А что там у Пушкина? Ну, там был командор, его убили. Это плохо. Ну, он потом отомстил. Это хорошо. Он был каменный. А это неправда. Он любил жену, она полюбила другого. Про меня. Это тебе. Ух ты! Спасибо. Это не игрушка, сделана специально. Вставай, времени мало. Это куда это? Я не пойду. Твой друг? Надо заменить. Никуда не годится. Ты будешь слышать все, что мы говорим. Что бы ни случилось, не вмешивайся, ничего не делай. Разговор записывается. Диск отдашь потом ежику, когда протрезвеет. Надеюсь, слышишь меня? Привет, Филин. Привет. Люба. Референт Симонов. Ну, это он так думает. Зачем вы меня искали? Я любила Мишу Махмаева, Мусу. Он меня пристроил к Симонову, чтобы знать о его делах. Не доверял Олегу? А можно по порядку? Кто есть кто? Товар сначала принадлежал Мусе и Большому Максу. Кто это Большой Макс? Не знаю, но они его все боятся. 3 года назад, когда вы захватили товар, Большой Макс купил твоих людей, и они выкрали контейнер. А Симонов? Симонов покупает товар. Почем? 20 миллионов. Уже купил? Нет, отдал половину. Получил контейнер, а открыть не может, пока Большой Макс не скажет ему код. А тот скажет, когда Симонов отдаст вторую половину. Постой, как открыть? Разве это не бомба? Муса говорил, что бомба. Оружие 21 века. Не понимаю, и ты дала команду на взрыв? Какая команда? Там электронный замок. Я просто набрала неправильный код, и сработал радиомаяк. Это я тебя позвала. Чертовщина какая-то. А когда Олег отдаст все деньги? Никогда. У него нет контейнера.
Он его потерял. Чертовщина. Моя машина рядом. Поехали, здесь недалеко. Ты один? Молчишь? А куда мы едем? Адрес? Уже близко. Галерная, 23. Чья квартира? Здесь была квартира родителей. Дом идет на капремонт, почти все выехали. Видишь, выход на крышу. Всегда можно уйти. Как ты его унесла? Большой Макс позвонил Симонову сразу после сигнала. Через 10 минут Олег приехал и увез контейнер на одну из своих дач. Оттуда я его и украла. Аслану хотела отдать Мишиному брату. Они его убили. Теперь тебе отдаю. Миша говорил, только ты настоящий. Люба, что для тебя сделать? Убей Олега и Большого Макса. Мне их не достать, извини. Они тебя сами достанут. Так, домашняя заготовка. Ты знала. Олег с ними? Да. Придется стрелять, Филин. Ах ты, чертова баба. Я не сумасшедший. Да? А я про тебя другое слышу. Я вам помогу. Девочка, слышишь меня? Жди 10 минут, потом уходи. Сюда. Тихо. Люба, замри здесь. О, как. Лев.
Лягушонок? Я. Бросай оружие, командор. Может, еще повезет. Да. Похлопочешь за старика? А то. Мы же не чужие. Открывай, полковник! И чего не сиделось тебе? Живи и дай жить другим. Так ведь не даешь. Командор, я тебя сделал. Сделал. Как ты учил. Ты не выучил главного урока. Нет ничего хуже незаконченных дел. А теперь зови Симонова. Мне нужен он, а не ты. Перевяжешь его. Угу. Подожди. Все в порядке, Олег Николаевич? Угу. Ну вот мы с вами и поменялись местами, господин полковник. Хорошо, что мы мадам проследили, а то бы всех нас сделали красиво. Начиночка у него была, Олег Николаевич. Все время нас слышали. Ответишь на вопросы, полковник, будешь жить. Сколько твоих людей в городе? Где они? Что будут делать? Кто с тобой, мать твою? Ёжик, ну давай. Ну давай, проснись. Проснись, гад, проснись. Очумела, дура. Ты чё, алё? Ну куда ты меня? Вставай, ну! Они его пытают, они его бьют! Не может быть. Вот, я каждое слово слышал. Ну делай давай что-нибудь! Успокойся. Сейчас все сделаю. Почему я здесь, знаешь? За мной никто не следит. Я договорился с твоими генералами. Ты слабый. Ты проиграешь. Да я вот с этим теперь... Теперь всю Россию раком поставлю. А тебя я убью, знаешь, за что? Ты богатый человек. Ты знал вкус больших денег. Ты был один из нас. И ты нас предал. Хватит, Олег Николаевич, хватит Отвали. С него. Хватит с него. Иди работай. Бабки отрабатывай, а то рядом ляжешь.
Смешно тебе? Иди сюда. Сейчас еще смешнее будет. А ты знаешь, кто тогда деньги и эту банку взял? Ты и Кит. Помнишь, у ежика ребенок болел? Знаешь, сколько такая операция стоит? Мы все тебе продали. Извини. Слушаю. Майор Грошев. Алло, слушаю. Замон блокирует всю улицу. Слышь меня? Отлично. Ты куда собрался? Туда. Ты псих ненормальный. Там 20 человек. Везде, в квартире, во дворе. А тебе командор что-нибудь про меня рассказывал? Ну, хоть что-нибудь говорил? Что ты придурок. О. Макс, ты деньги получил? Мне нужен код. Сейчас. Я не могу таскать с собой эту дуру. Черт, да они уже едут к тебе с деньгами. Куда идем мы с Петрочком? Большой-большой секрет. Мне расскажут. Тихо! Пришли. Ну и где твой ОМОН? А если опять позвонит? А если не мне? И что делать? Мне нужно, ну, минут 15, да. 15 минут и все. Нас здесь не будет. Ты чего? Не пройду я с этим барахлом. Вон она. Как ты собираешься? Ладно, топай отсюда. Кассету отдашь, помнишь кому? Емельяновичу. Молодец. Давай отсюда. Постой, ты куда? Живу я здесь, мужики. И баба моя. Так, живешь, говоришь, здесь? Да ты чё? Врёшь-нибудь, а? Чё ты, ну, кто врёт? Ну, здесь уже практически никто не живет. Все люди выехали давно. А мы не люди вовсе. Ты чё, баба моя, лапа? А чё, а мне по кайфу. Сейчас шагай. Как репу дам, шагай, дур, будь по кайфу. Там на лестнице? Проверьте, двое наверх идут. Понял. Борь, проверьте двоих на лестнице. Стой здесь. А ты куда? Пойдем и возьмем. Без оружия, да? Кто без оружия? Что эй, здесь? Вам на какой этаж? Ты куда? Мужики, зверюшку никто не терял. Ты из какой квартиры будешь? Я. Ты, тебя спросили. Я? Да, ты. Я смерть твоя геройская. Пересчитать не успел? Еще бы. Говори, кот. Давай сумку. Ага, да-да-да-да-да. Повтори. Да.
А с тобой я еще не решил. Есть. Тогда я за тебя спокоен. У них гранаты. Терпи, Данила. Их двое. Только двое. Не надо бояться, не надо. Мужики, на счет раз бросаю гранату. Ты полкана своего пожалей, с нами подохнет. Ну и черт с ним. Живучий ты, командор. Ну что здесь? Там волкодавы, мужик и девка. Вдвоем всех замочили. О как. А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Да-да, галерная фронта 3. Там перестрелка. Много вооруженных людей. Вызывайте скорую. Как поняли? Вас понял. Да, алло. Ты просил предупредить. У тебя минут 10, не больше. Спасибо. Ёжик, ни головы, ни ножек. Твой сын. Он, правда, в порядке? В порядке, командор. Он в раю. Он теперь ангел. Прости, Ёж. Я
про тебя подумал. Нормально, командор. Найди большого Макса. Они его зовут по имени, а мы... Если не вернусь, это возьми с собой. Привет, ежик! Здорово, земноводный. Сколько лет? Попал. Мама про тебя все время спрашивала. Привет ей. Как она? Плохо. Диабет. А сестра как? Развелась. Я еще тогда и говорил, с нами, алкашами, не жизнь. Не поверишь, еж. Я как про Данилку узнал, я плакал. Верю. Ежик без ножек. Молодец, лягушонок. Счастье свое. Нашел. О как. На! Гони! Чтоб не больно было падать. Здравия желаю, товарищ комендант. Полковник Урьянов скончался, майор Гринин застрелен в гостинице. Привет. Жертвы в основном охранники фирмы Сим-Сим. Кто-то может говорить? Пока нет. Четверо в реанимации. В квартире найден контейнер. Пустой. Ёжик.
Они сделали это. Что? Ёжик. Великий. Ухо прищемило. Ты... Ты же пьяный. Я всегда пьяный. Ну что, помог спирт? Поехали пули вынимать из тебя. Я их растворил в спирте. Данька, ты отдашь мне свою кровь? Сколько хочешь. И кровь, и почку, и сердце. Лишнего не надо, я себе оставь. Он пьяный. Дай сумку. Знаешь, что там? Слышала. Бомба. Оружие 21 века. Отдашь Емельяновичу. А как мне его называть? Емельянович или товарищ генерал? Максим Емельянович. Вы зовете генерала Емельяновича? Смешно. Мы зовем его... по отчеству, а не по имени. Кого? Большого Макса. Не отдавай ему сумку. Потом мне отдашь. Это же мини-диски. Ты знаешь, что с этим делать? Да. Ёжик, ты же не умрешь? Наверное, нет. У меня же теперь ты есть. Мне страшно. Звуки и цвета померкли. Так в боку колотит. Вот-вот наступит пустота. Она придет и всех поглотит. Ну что там? Сейчас посмотрим. Не, опять пусто. Пустота. Судьбу не одолев, скуля, завяжешься в калачик. Придет к тебе небесный лев, он покровитель всех собачек. Глаза его желты, как лед, как от грозы особый запах. Покачиваясь, он идет, пружиня на тяжелых лапах. Беги! И разорвется поводок. Беги! Расстегнется сам ошейник. И рявкнет он. Ты что в живых остался, думаешь, в подарок? Последний из сторожевых людьми покинутых овчарок. К тому же эти груды лбов, толкающиеся без счету. Беги, покуда как на львов на вас не начали охоту. Беги! И разорвется поводок. Расстегнется сам ошейник. Беги! И разорвется поводок. Беги! И расстегнется сам ошейник. Лети.
летим. Прижмись ко мне скорей. Меж облаков свинцовых, плотных. Туда, где царствие зверей, невинных душ земных, животных.